ваша карточка. Ой, наконец-то. Спасибо. Несколько минут в отделении банка, и химчанка Дарья Ставцева – одна из 50 обладателей лимитированной банковской карты. Долгожданная карта с уникальным дизайном от любимого банка. На лицевой стороне карты изображение одного из символов города – Химкинского железнодорожного моста Октябрьской железной дороги. Такой подарок жителям Хима крупнейший банк России подготовил специально к юбилею городского округа. Мы долго думали, что же подарить жителям Химок, и решили, что, наверное, от банка, от финансового института самый лучший подарок – это финансовый инструмент в виде карты с уникальным дизайном, с изображением города Химок. Химкинский железнодорожный мост, он же мост номер 423, памятник промышленной архитектуры инженера Аполлона Белоголова. Строительство моста началось в 1934 году и завершилось уже в 1935. Конструкторы применили необычные технические решения для того времени. Помимо двух железнодорожных путей, подаркой предусмотрели еще два снаружи. Мост получился с перспективой развития на 80 лет и далее. Снять, внести, оплатить на такой карте не просто денежный баланс, а значимая часть истории Химок. Изображение на снимке уже история, ведь на нем нет второго моста для высокоскоростной магистрали, которая в скором времени должна соединить Москву с Санкт-Петербургом. Теперь один из главных символов городского округа увековеченный в платежном пластике тиражом в 500 штук. Если такой подарок будет востребован химчанами, тираж планируют увеличить. Олег Тюрин, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.